Петь и маршировать с любовью к родине. В Краснодаре прошел смотр-конкурс строевой, казачьей и героической песни. Традиционно в нем принимает участие кубанская молодежь. В этом году 40 музыкальных коллективов из 31 района края. Самым юным вокалистом всего по 6 лет. Если хочешь быть военным, дисциплину соблюдай. Музыкальные коллективы пели хором, многие с собой инструменты привезли. Судьи оценивали участников по нескольким критериям. Исполнительское мастерство, внешний вид, строевая подготовка и выбор репертуара. Председатель жюри, художественный руководитель кубанского казачьего хора Виктор Захарченко отметил, что именно песня пробуждает в молодом поколении любовь к родине. А в них заложен менталитет не только казачества, русского воинства, русского народа. Например, вспомним, братцы, Росов славу и пойдем врагов громить. Защитим свою державу. Лучше смерть, чем рабство быть. Конкурс строевой, казачьей и героической песни уже 5-й год. В феврале проводит Краснодарское региональное общественное движение в поддержку прославленного генералиссимуса Александра Суворова. Победители получат награды. Это портреты, бюсты великого полководца. Призерам достанутся книги и диски с казачьими песнями.